Приветище! Это Trackline Express, игра, которая заставляет тебя переигрывать сюжетную линию. Значит, в прошлый раз мы остановились на 8 уровне. Давай я загружу, покажу, что у нас там вообще есть с тобой. Вот такие у нас дела. 3 пассажира. Обезвоживание у одного. Мы собирались забрать здесь пассажиров. Вот такие вот у меня вагоны. То есть у меня 4 вагона с пассажирами. Ужас, какой длиннющий. Но этот поезд, он вообще не путевый. Потому что тут у меня 2 хранилища под уголь, под нефть и как бы все, больше ничего. Поэтому было принято решение переиграть все это дело и создать другой поезд, другие вагоны. И теперь у меня все это выглядит иначе. Но я нахожусь, правда, сейчас на 5 уровне. Но уже там у меня есть что тебе показать. Во-первых, у меня здесь, где вот этот чебрик, бегает уже с мушкетом. Не с арбалетом, не с копьем, а с мушкетом. И я тебе сейчас покажу на чем-нибудь, если у нас дальше будут вражины, как этот мушкет стреляет. А стреляет он, я тебе хочу, забористо. Очень забористо. Дальше. У меня тут, смотри, по вагонам 2 пассажирских, 1 с турелью, то есть пассажиры могут отстреливаться. Дальше копилка и печка, которая делает нам железо. Хранилище для камня, забитое. Хранилище для дерева. Хранилище под уголь. И апгрейженный поезд на 5 уровне уже. Сейчас же мы с тобой чуть-чуть проедем. Вот это вот все собираем, потому что можно будет потом продать, если рыночек где-нибудь выскочит. И у нас уже появилась тут нефть. Мы можем ее качать. А нефть — это значит дизельный поезд. И это вообще очень хорошо. Скоро мы до него доберемся. Что-то у нас там еще есть, по-моему. Арбалет. А нафига он мне нужен? Нафига мне арбалет, если у меня мушкет? Очень мощный мушкет. Ладно, неважно. Давай делать, знаешь что? Нефтяную вышку. Где она у нас тут вообще есть? Сбор. Вот, буровой насос. Это то, что мне нужно. Древесина, камень. А вот, кстати, не зря и камень собирали. Камень. Древесинку можно вот отсюда взять и оттуда вот. Вот так вот. И у нас уже на 5 уровне. Я тогда проходил, у меня вообще до буровой установки так все далеко было. О, магазинчик появился, отлично. 3 деревяшки имеем. Даже чуть-чуть перебор. И вот теперь мы эту деревяшку можем в хранилище закинуть. Все, буровая есть, она будет качать. Но у нас нет контейнера для этого. Поэтому переходим в хранилище. Нефтяной бак, блин. Зараза, денег маловато. А, так мы сейчас, вот рынок же будет. Мы сейчас туда сбагрим что-нибудь. А еще было бы неплохо, если бы дождик кто-нибудь призвал. Так, ребята, идите покопайте-ка руды немножечко. Камня там. Камень очень хорошо заходит. Вот он, рыночек. Камни продаем за 6 золотых. Отлично. У меня в копилке вообще 0 было. Ну ничего страшного. Ничего вообще страшного в этом нет. Кстати, насчет арбалета. А может я арбалет продам? Так, дружище, хватит копать. А то у тебя там обезвоживание скоро будет. Арбалет. Ты, конечно, продаем, он мне все равно не нужен. И причем, смотри-ка, мне его все равно обратно дали, потому что не смогли выкупить, так как на рынке не было достаточно денег. Забавно это все. Ну, даже мне лучше, я потом еще раз этот арбалет продам кому-нибудь. Выходит, что мы сейчас можем это хранилище открыть. Вот. И построить. Вот так вот, только мы вот это вот железо сейчас возьмем и переплавим в наши печи. Вот. Ага, уголь нужен. Уголек. У нас вот тут вот 3 штучки есть. Этого будет достаточно. Закидываем. Овцы, не бегайте тут. Здесь очень опасно. Всякие бандосы бегают, на шашлык пустят ваши барашки. Овцы, говорю, это же барашки. А, неважно. Все равно шашлык из них отличный. Из того и сего. Значит, нефть качается. Потихонечку можно уже чуть-чуть проехать вперед. Поехали. Мы здесь ничего не забыли, вроде бы все ок. Едем вперед. Нам бы воду найти где-нибудь. Еще рынок? Ну тогда мы тут сейчас остановимся. А, тут еще и бандосы будут сейчас. Сохраняемся. Выпрыгиваем. Останавливаемся. Нам слишком далеко уезжать не нужно, потому что мы качаем нефть. А еще нам нужно для нефти... Да. Нам нужно платформу сделать. Маленький вагон-платформа. Тоже железо понадобится. Но нет проблем. Сейчас мы его накуем. 2 штучки. Соответственно, 2 угля надо закинуть. И будет у нас вагон. Мушкетон, давай, бомби его. Гляди, видал, как я его подорвал, блин. Это не мушкетон, это какой-то гренадер.
гранатами как фигачит. Отошел. Так, еще один рыночек. Это вообще здорово. Значит, тут у нас будет нефть. Нет. Нефть у нас будет вот тут. Вот. Здесь. Что там у нас? Пойдем-ка продадим. Вот. Не зря я его не оставил там позади. Продаем. О, теперь он точно продался. И еще можно даже поторговаться сейчас на рынке. Там три монеточки осталось. Что-нибудь... Ну, вот камень давай продадим. Вот. Две монетки. Что, плохо, что ли? Все шикарно. Нефть выкачена. Закидываем ее сюда. И у нас вообще все шикарно. Мы в шоколаде, я бы тебе сказал. Давай посмотрим, что мы можем из железки сделать. Я думаю, что было бы неплохо открыть экскаватор. Поскольку у нас теперь нефть имеется, все это дело лишь нужно построить. Вот, и сюда железо сразу и вбахнем. Так, секундочку. Еще одну железячку и древесинку. У кого что? Вот у тебя, по-моему, есть шансы срубить нам еще дерево. Давай. Руби одну, и нам этого будет достаточно. Почему мы рубим... А, стой. Один, короче, турель спер. Мои пассажиры сходят с ума. Короче, поставь обратно, пожалуйста, турель. Не надо ее никуда переть. Камни отсюда мы заберем. Пригодится. Можно что-нибудь продать вообще? Не, не продается. Ну и ладно тогда. Вот. Давай-ка мы вот этот экскаватор поставим сюда. Магазинчик скоро будет, нифига себе. Я на этом месте столько наварился, столько рынков здесь. Это какой-то торговый путь, на котором я нахожусь. Прикрепите уголь, камень или хранилище железной руды. Рынок открыт. Пойдем-ка мы туда сейчас тоже вот, вот это вот все сбагрим. На. Вот так вот. И было бы неплохо, чтобы наш... Что ж такое-то? Чтобы наш экскаватор уже начал копать, елки-палки. Что мы будем добывать? Мне бы... Давай камни чуть-чуть добудем. А, его вот сюда надо перед ним поставить, видимо. Я перед ним поставлю. Нефть. Все, поехал. Отлично. Короче, без хранилища он теперь не копает, что очень плохо. Прям печаль какая-то. Ну, в любом случае, мне тогда же на руку. Он все равно там мимо копает, так как хранилище забито с камнями, а мы сейчас этим и воспользуемся. Все, нефть забираем, больше нам копать ничего не надо. Хранилище отсюда убираем, и знаешь, что мне нужно теперь? Хранилище железа. Чтобы мне железо добывали. Где-то вот железное хранилище. Делаем его. Сейчас у нас будет хранилище, и по идее он будет его копать. Правильно же? Камень, железный... А что это оно сюда не ставится? Пойду, короче, за нефть и схожу, видимо, то, что нефть нет рядом. Он говорит, нефть мне поставь, по-братски. Короче, походу, я поторопился с этим хранилищем железа, оно сюда что-то не ставится. Уголь-то ты можешь копать? Сейчас я проверю. Уголь он будет копать. Вот, отлично. Давай добывай нам уголь. А там, между прочим, рынок опять появится. Нифига себе. И вот сейчас мы камень этот туда и продадим. Вот он приехал. На, камни держи. Деньги гони. Все, мы снова при бабле. Отлично. Давай немножечко проедем вперед. Поскольку я там увидел небольшую лужу, при помощи которой мы можем напиться. Да, она есть. Но надо бы уголька. Уголек сейчас добудется. Нефть мы практически всю профукали, которую добыли. В принципе, для этого она и нужна была нам. Нефть, чтобы за нас копал экскаватор. Цистерну с нефтью убираем. Экскаватор придется на ручках таскать. Кстати, вот этот уголь можно закинуть вот сюда. Нашу плавильню. И наплавить, сколько там у нас? 3 железа будет. Нам это пригодится для того, чтобы поставить экскаватор. Нам нужен малый вагон. И хранилище. Блин, не хватит у меня на все. Сейчас что-то на ручках будем таскать. Вагон готов. Скорее всего, хранилище мы сюда бахнем. Для железа. А, я понял, блин. Хранилище железа. Это туда скидываются железные металлические элементы, а не руда. А погоди, а есть... Поэтому у меня трактор не добывал руду. А есть железной руды? Я не то хранилище сделал. Ай-яй-яй, вот же я. Тупень, пень, глупень. Ладно. Ладно, фиг с ним. Нам нужно воды попить. По-любому сейчас сперва. О, пандосики.
Воды. Сейчас надо подкачать, надо подкачаться водичкой и заправиться. Где у нас этот насос? Вот он. Вот он насос. Камушек сейчас туда вбахаем. Вот так. И камушек. Все, ставим его и пьем. Пьем как не в себя. Значит, ему надо попить. О, кстати, уголь давай заберем отсюда. Тебе надо попить. Обязательно прям. Этот у нас уже напился. Давай, ты пей. Дальше ты будешь пить. А ну отошли. Лови гранату. С другой стороны к нам никто не должен подползать. У нас там турель стоит. Поэтому я не переживаю. Снова бегут перцы. Можно, в принципе, поближе подъехать. Там, я вижу, руда есть. И мы с нее сейчас железо попробуем добыть. Так, давай пей. Пей. Все, напились все. Добываем железо. Нам нужно железо. Кактусы вижу. Сейчас напьемся, будет вообще шикарно. Железо. Мы сейчас сделаем... О, все четко. Нам этого достаточно. Хранилище под железную руду. И будем копать ее. Хранилище железная руда. Проверяем. Вот как он выглядит. Этот контейнер с хранилищем. Ёлки-палки. Чувак, дай-ка вот это вот надо проверить сейчас. Так. Ну вот же, ёлки-палки. Он из железа копает. Давай мы. Нефть надо туда. Подкинуть нефть. Давай, копай. Красавчик. Все, у нас теперь вообще нет проблем с железом. И мы сможем делать маленькие вагоны-платформы и несколько штук. Одну под хранилище, другую под экскаватор. Так что у нас сейчас будет вагонов навал просто. Вот отсюда, кстати, можно забрать. Вот железячку. А, ну и, конечно же, про уголь надо не забывать. Нам еще нужен уголь. Все, экскаватор закончил тут копать. Если бы не нефть, он бы еще копал. Тем не менее, 10 железной руды у нас есть. Мы сейчас это все как-то куда-то... Наверное, надо, знаешь, что? Вот здесь вот поставить вагон и прицепить хранилище железной руды. И тогда руда должна самостоятельно закидываться в печь. По крайней мере, мне так кажется. Вот у нас вагончик. Точнее, платформа. Сюда ставим. И сейчас проверим. Руды нет, и она отсюда не закидывается. О, блин, черт. Так не круто. Тогда в таком случае надо перенести всю эту платформу сюда. Вот. Потому что турель, она только два вагона вот эти вот может защитить по дальности стрельбы. Дальше она не будет стрелять. И поскольку угля у нас тут уже маловато, скорее всего, надо будет сейчас костер разжечь и немножечко пожечь дров. Вот. Экскаватор мы сейчас тоже погрузим. Блин, вот это длина. Вот это масштабы. И это мы только начали, ёлки-палки. 5-й уровень, а у меня уже поезд. Он какой поездатый. Офигенный. Мощный. Так, экскаватор будет рядом с нефтяным баком. Все, вот так. Камень можно вот сюда вот закинуть частично что-то. И давай отсюда чесать. Чесать туда вперед. Поехали. Другой у меня тут стоит, едет. Поезду очень тяжело тянуть все это. Весь этот состав. Ну, ничего, он молочек. Эй, монетку. Вот эту надо забрать. Так. Че, мы куда приехали? А, так мы уже и доехали. Но сперва водички надо попить. Тормози тут. А у нас и уголь кончился, в принципе. Ставим метку. Чуть повыше. Вода — это жизнь. Без нее нам тут нечего делать. Копай кактус. А я пока заберу отсюда денежки. У нас будет 12 монет, и можно подумать, что еще прокачать. Я думаю, что ничего не буду прокачивать, просто поднакоплю немножечко на здоровяка или барбара. Этот чел напился, можно ехать. Заканчивать нашу поездочку. А, угля нету. Ну все, тогда будем сейчас сжечь дрова. Где у нас костер? Я его сейчас вот тут сделаю поближе, чтобы этот кострище остался на следующем уровне у нас. Вот так вот. Закидываем. Костер у нас есть. Ребят, идите, помогите там по-братски своему другану. Все, деревья спилены, срублены. Из этого мы
делаем сейчас уголь. Жги. Жги кострище. Сначала пока выходи отсюда. В принципе, нам этого сейчас должно хватить доехать до станции. Все. Здесь у нас уголь сгорел. Точнее, дрова сгорели, превратились в уголь. Едем вперед. 6-й уровень с пустынным участком. И тут, между прочим, у нас, смотри, тоже экскаватор. Через 4 минуты нас настигнет огонь. Огонь — это не круто. Так, запускаем экскаватор. Вот у нас есть хранилище. Сюда подкинем его. Нефть качается? Качается. А, кстати, подожди, а может быть она прямо с буровой установки будет сюда перекачиваться? Нам нужно... Что нам нужно? Угля. Угля побольше. Угля бушка по... Ой-ой-ой, с двух сторон прям кидается. Нифига себе. Вот это сильно, конечно, было. Ладно, нефть мы немножечко подкачали. Пускай она будет здесь у нас. А экскаватор пусть работает. По такому поводу, что нам нужно? Пассажиров посадить. Нужен вагон дополнительный. Вагон. И его я поставлю где-то впереди. И повешу на него турели. Так. Угайка мне нужно. Я вас одолжу парочку. Железяки готовы. Древесину сейчас, наверное, из хранилища достанем. 3 штучки. Вот так вот. Стоп. Нам столько угля не надо. Все, хватит. Завязывай. Лучше подобывай нам вот это вот. Вот это вот нам подобывай. Вот так-то лучше будет. Древесину обратно хранилище. И вот. Все. Значит, он будет где-то здесь. Теперь садим пассажирчиков. Все, огонь. И одного можно пассажирчика продать. Вот так вот. Самого бравенького. Где он у нас? Вот. Ты нам не нужен, продавайся. И у нас получается денег ровно 40 ракет. 40 ракет, и сейчас будет 50. А это значит, что мы можем себе открыть бара-бара. Неудержимый дизель-электрический локомотив. Заправьте его нефтью, и он вас не подведет. Открываем. О, да это прям современный локомотив. Было бы неплохо его прямо сейчас создать. Сколько у меня там железной руды? В принципе, у меня тут руды уже достаточно. Но я не знаю, управимся мы сейчас по времени. Так. Мне нужен один плавильщик. Сейчас у нас, походу, будет новенький локомотив. Мне нужен один плавильщик. Вот это вот ты сейчас принесешь. 2 минуты. 2 минуты до пожара. И мы сейчас помчим, походу. Но не факт. Не факт. Давай, покупаем сохранение. Сохраняемся. Чтобы отсюда потом, если что, дрифтануть. Значит, руда. Мы таскаем руду. Нам нужно 8. 8 железных балок. Почти всю железную руду, которую я ранее добыл, я ее сейчас всю переплавлю. Все вроде бы выходит. Так, где этот чертеж? Поезд. Бара-бара. Вот он. Закидываем. И последний. Да! Хо-хо-хо! Ого-го! А как мне его вместо кого чего поставить? И прямо так вот его ставлю или что? Как? А как? Во! Все! Меняем местами. Вот это вот так. А здесь вот так. Все выходит. Че, поехали? Не-не-не-не-не, вперед же. Мы едем. Все хорошо. Остается только нефтяную вышку. Во, она подкачивает. Очень хорошо. Давай вот сюда вот нам выкачивай. Сколько там у тебя нефти есть? Ага. До следующей нефтяной штуки я, походу, не доеду. Хотя вот она. Вот она. Мы ее берем и сюда закачиваем. А так как тут трубы... Стой, тормози. Нам надо подзаправиться. Так как тут трубы, они сейчас будут нам перекачивать все в локомотив. Это очень хорошо. Но у нас уже начался пожар. Он далеко? Ну, в целом можем немножечко постоять. Посмотреть на него, покрасоваться. И потом просто фигачить на всей мощи. Что там у нас? Как дела?
А чё нефть-то не качается, я не понял. Ёлы-палы, вы чё, прикалываетесь, что ли? Как так-то вышло, что у нас нефть не качается? Зараза! Поехали немножечко вперед, проедем. Да не назад, вперед, надо. У нас там уже что-то свинья горит, походу. Шашлик-машлик. Так, проехали чуть-чуть вперед. Как там у нас дела? Фух, пока норм. Пока норм. Жить будем. Пойду что-нибудь продам на рынок, что ли. Овцу можно продать? По-братски такой. Сейчас попробую, кстати. Прикинь, овцу продал. Чустрей. Давай, 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 давай. Все, хватит. Нам хватит, мы едем. Поехали. Дружище, поехали. Там ничего не подгорело у нас? Не, вроде норм. Вроде норм. Бежим. Локомотив нормально тащит, я тебе хочу сказать. Бамбалела тебе. Надо сохраниться. Где там у нас еще один пассажир-то? Вот. Да нафига ты вытащил? Нафига ты это вытащил? Садись, говорю, сюда. Да не... Да блин. Во, сел. Мушкетчик у нас там кого-то обстреливает. Он красавчик. На тебе. Нормально едем. Стой, тормози, 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 тормози. Нефтяную вышку чуть не просрали. Надо подзаправиться. С ручником. Блин, вот этот чел очень рискует. У него мало хп. Прям капец как. Нефть, 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 нефть. Буровой насос. Камень, древесина. Ну, нормально. И мне теперь получается, что уголь нужен только для печи. Так ведь? Так что можно будет... Так что можно будет хранилище с углем перетащить туда куда-то. Цистерну закидываем сюда. Это снимаем. Это вот мы вот сюда тогда перекидываем. Вот. Пускай здесь будет у нас уголь. А мы теперь чисто на нефти передвигаемся. Двигаемся по нефти. Знаешь, что я забыл? Надо срочно сделать турель. Так как на нас нападают, вагонная турель, вот. Сейчас мы ее сколотим быстренько. Дайте. У нас, кстати, место спереди освободилось, выходит. Вот, турель есть. Монетку штырим. Что там по нефти? Нефть качается, отлично. Было бы неплохо сейчас еще экскаватор поставить на железо. Вот так вот. Чтобы нам его добыли. Давай, будешь добывать. Что тут у нас? Нефть вся выкачалась? Я думаю, что вся выкачается. Костра не видать, уехали от него, хорошо. Все, нефть выкачалась. Еще 3 капельки там осталось. Ничего страшного. О, бугай пришел. Долго шел ты что-то, дружочек. Я, короче, сейчас думаю... Так как у нас железа тут дофига. Ага. Мы... А, все, все, все. По нефти все, все, хватит. Завязываем. Нам надо еще как-то отсюда уехать. Мы сейчас эту всю нефть профукаем. Так что это сюда. Я хотел сделать одну штуку, чтобы увеличить мощность нашего дизельного локомотива. Сейчас мы еще только вот отсюда вот качнем немножечко. 3 капельки. Смотри, у нас есть возможность турбокомпрессор поставить. Повышает мощность дизельных локомотивов. За 6 копеек покупаем. И нужно всего лишь на все взять руду и переплавить это в железо. 2 штука. Так вот. Работаем. Ребятки, перенесите там контейнер, это хранилище. Вот это обратно, пожалуйста. О, а ты неси железки. И сейчас наш турбодизель помчится нафиг, как бешеный. О, все по местам, ребята. Садимся. Ты сюда. Ты за руль тогда. Поехали. Чё, едет он вроде бы пошустрее стал ехать, пошустрее. Однозначно. Впереди, походу, пожар и нефть еще. Шо, нефть? Шо, нефть? И знаешь, что я думаю? Я думаю, что было бы неплохо сделать вышку, которую можно было бы переносить. Вот такую вот. Она что? В отличие от буровых насосов, станки, качалки можно перемещать с одного нефтяного месторождения на другое. А еще они быстрее добывают нефть.
Все, что нам необходимо, это глиняный кирпич и железо. Давай-ка остановимся вот здесь. Сохранимся. Глиняные кирпичи нам как добыть? Надо копать лопатой. Копать лопатой. И так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нифига себе. Вот это мы встали рядом со скорпионами. И на нефть бахаем. Нефть бы сейчас подожглась, и все, нам хана. Тут ядерный взрыв произошел бы. Ну, не ядерный, но взорвалось бы. Хотя нефть не так горит, как бензин, так что... Может быть, и не подорвалось бы. Вот, ты, с копьем, иди сюда. Так как вы можете всего по 3 инструмента таскать, придется ему что-то заменить. Мы, наверное, тогда уберем... Что-то чуть-чуть... Топор? Топор пускай валяется. Давай копай здесь нам землю. Вот земля. Мы ее сейчас кирпичи сделаем. Давай кирпичики, кирпичики нам, пожалуйста. Ну и что стоим? Кто уголь-то будет загружать? Короче, не грузится автоматически уголь. Там по настроению, походу. Когда закидывается, когда не закидывается. Где эта штука? Где станок-качалка? Покупаем и делаем. 2 кирпича, пожалуйста. И все это дело мы теперь можем с собой возить. Во, как оно выглядит. Пойдем. Пойдем качать нефть. Сюда ставим. Вот это присоединяем. Качается. Отлично. Отлично, отлично. И можно еще тут параллельно добывать. Вот что мы будем тут добывать? Железо, наверное? Руду железную. Давай. Нам это сейчас необходимо. О, вот это другое дело. Топорик сейчас на рынке продадим. Можно и камушек туда продать. По нефти тут все. Ну, а я тогда пока что малый вагон-платформу попытаюсь сделать. Потому что нам нужно куда-то этот насос затолкать теперь, нефтяной. Так как мы с собой будем возить. Продаем наш топорик. Всего за 2 монеты. Тьфу, елки. И теперь это грузим. Сюда. А ты отправляешься вот сюда. Ну все, можно ехать, выходит. Поехали. Да не туда, вперед, давай садись. Впереди нас кто-нибудь что-нибудь поджидает. Пожар приближается, 1 минута, а мы уже уезжаем. Все. Нам это ничего не интересно. О, нефть вон там вижу. Сейчас остановимся. Выходим. Можно водички попить. А, ну тут нам понадобится флажочек. Метку ставим. Деньги как далеко у меня, в самой жопе. Надо, по идее, их куда-нибудь в середину, потому что если сзади зайдут и разбомбят мне свинью, то как бы не видать мне больше денег. Давай выкачивай нам нефть. Короче, смотри, труба. Трубы позволяют транспортировать воду и нефть в нужное место. Вы можете изменить их расположение в любой момент. То есть можно с собой их таскать. Так что давай-ка мы их откроем и сделаем. Сейчас вот руду возьмем. Сюда. 2 штучки нам нужно. И трубу сейчас сделаем. Уголек, правда, закончился тут. Так. А что, нужна была всего 1? Ну, ладно. Железо тогда отправим в хранилище. Нет проблем. Вот сюда закинем. Так, по нефти у нас там все, у нас там все, у нас там все. Нефть, стоять. Вот эту нефть мы... Локомотив сможем затолкать? Нет, не сможем. Блин, нефть... Опа, осторожно, пожар. Походу, поехали. Нефть выкидывай, фиг с ней. Хотя там можно что-то еще повыкачивать, но, увы, времени у нас больше нет. Надо отсюда чесать. Трубу, конечно же, надо забрать. Поехали. Что там, пожар до нас еще не добрался, хорошо. Ты трубу возьми. Поехали. Можно, кстати, тут это, кактус покопать. Пока есть возможность. Вы достигли конца уровня. А труба-то тут у меня осталась, блин. Я надеюсь, я смогу ее забрать.
Пока дела идут хорошо, это мы пустыню пересекли, правильно? Но самое сложное впереди. Мы собираемся пересечь весьма суровую пустыню. А, то есть мы вот только сейчас в пустыню едем. Ясно. Это 7-й уровень у нас. Та-дам. Можно я там трубу-то заберу? Спасибо. Спасибо, что разрешили. А, и тут еще осталось еще. Ву, вообще зашибись. Офигенно. Ну что, я думаю, что в этот раз мы успешно проедем дальше. Дальше 8-го уровня. И вообще закончим прохождение. Потому что, ну ты посмотри на наш локомотив, на наши составы. Это жесть. Еще куча всего тут можно понастроить, сделать. По крайней мере, из обороны у нас, смотри, еще турель, арбалет, пушки, минометы. А дальше дирижабль. Мы сможем построить дирижабль, ты представляешь? Но это все будет в следующих сериях, так что если тебе понравилось и ты хочешь увидеть продолжение, то с тебя лайк, подписочка, и увидимся в новом видео. Так что до встречи!